Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Guns Up. Погнали сразу же прямиком на войну. Итак, давай-ка определимся. Может быть, нам взять... Давай вот так вот сделаем, да? В атаку. Так, у нас здесь 1000 боеприпасов. И возьму я, пожалуй, сюда ракету добавить. Ну что, выдвигаемся. Так, мы против... Илквика, ё-моё, язык сломаешь, пока выговоришь. Но, тем не менее, забираем. Забираем и смотрим, что у нас здесь. Пока все тихо, можно вызвать первый взвод. Давай вот так вот сделаем. Автоматчики вместе с гранатометчиком. Окей, самое то, что нужно. Опа-на. Они на меня бегут, а вы не припухлили, а? Родные мои, нет, мы не будем пока здесь ничего зажигать. Вот, а вот здесь вот нам нужно с тобой сделать вот так вот. Ну, ракета. Отлично, но не совсем хорошо. Надо вот еще подбить. Поджарить, так сказать, да, этот бункер. Он горит. Он очень хорошо горит. И не сгорел дотла, к сожалению. Так, ну что, неплохо. Давай мы, наверное, с тобой вызовем вот этого нашего командора. И еще одного гранатометчика. Ложная цель, надо, наверное, нам с тобой. Ёпрсоте. Разорвал к ядрене фини. Ложная цель. Пускай пока стреляют куда попадя. Опа-на. У меня бомбардировка, ребята. Ну. Дыдыш, дыдыш. Ух, солидно-то как. Блин, а вот это мне не нравится, ребят. Вот этот дот, конечно, тут мне надавал шороху. Посмотри. А как мне тогда сделать? Да что ты. Погоди, погоди, погоди секунду. Мне нужно уничтожить вот этот вот. Нам мы тут до посинения будем бомбить, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то все у нас намного-намного хуже. Я думал, будет попроще. Но ничего подобного. Так, идет у меня подкрепление, друзья мои. Нифига тут у нас, блин, баталия началась такая. Я офигею. Давай-давай-давай, есть. Уничтожим, мы все-таки пробили. Так, тут у нас остается палатка. Так, мы сейчас тоже забомбим. Ух, ну что, найс, я тебе могу сказать. И уничтожили мы главную базу. Перфекционист, я получил что-то. Так, боеприпасики. Опачки, динамит. И плюс мне дали отряд штаба 12. А это что такое, команда? Если честно, я не помню, что это за бонус. Если честно, ребята. Так, повтори атаку с тем же снаряжением и теми же картами атаки. Нет, я не хочу. Можно мне просто продолжить? Смерть с небес. Зажигательные бомбы — лучшие средства. Это, кстати, точно, ребят. Ну вот не знаю, можно ли было бы как-нибудь их улучшать. Так, что мы можем с тобой здесь сделать? Улучшить ПВО. Я могу? Я могу. Конечно, могу, ребята, я буду улучшать. О, четенько. Так, снайперская вышка. Улучшим. 27, нифига ценники здесь, конечно, крутые. Ничего не могу сказать. Но не забывай, что если вот здесь вот сзади выставят этих, как его, парашютистов, да, они снесут тут все к ядрене фени моментально. Поэтому я вот думаю, может быть, мне все-таки проще поставить еще что-нибудь новенькое. Хотя мне не дают, запрещено это сделать. Надо поднимать уровень. Надо поднимать уровень. Кстати, у нас с тобой 10 левел. Может быть, сегодня мы с тобой заработаем 11. Но самые плюшки начинаются с 15, да, улучшения. Поэтому нам выгодно с тобой идти опять на войну. Я бы с удовольствием хотел бы участвовать в битвах кланов, альянсов. Но я, к сожалению, пока не состою там. Так, нам еще одну карточку, да, и мы с тобой вскроем этот сундук. Так, кто это у нас такой? Бланель. Окей, Бланель, давай. Посмотрим, насколько ты крут, насколько ты хорош. Так, 1000 боеприпасов, я могу... У меня еще одна карточка есть, да, точка сбора. Мне нафиг не нужна. Берсерк, а что дает берсерк? Твои бойцы впадают в боевое безумие. Увеличить их скорость и запас здоровья. Пусть твои враги будут в страхе при их приближении. Кстати, неплохо. Но я хочу взять бомбардировочку, одну штучку, да? И... Здоровье бойца. Увеличивает исходное здоровье твоих бойцов на 10%. А испытательный полигон — это увеличивает точность на 15% и скорость перезарядки на 15%. Наверное, вот это вот я и возьму штуку.
Окей, значит, атака и испытательный полигон. Погнали, друзья мои. Наше светлое будущее нас ждет. Так, следующий уровень 11, и мы с тобой будем разблокированы. Противники у нас какие-то. Интересно. Так, забираем все здесь. Что у нас? Ух ты, ракетка, плюс слезоточивый газ. Воу. Мы живем. Я тебе хочу сказать, мы живем. Так, кто у нас тут? Ох, ё-моё, снайперская вышка. Тихо, 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 роднули. Ё-парсеты, а тут? Тут все серьезно, ребята. Тут все серьезно. Уничтожили, да? Так, что у нас здесь происходит? Бам! Козырно! Только ошметки летят. Давай этого командоса вызовем. Инженера нашего. Но! Нормуль. Разобрались. Так. Слезоточивый газ, пока думаю, не стоит. Просто выпустим бомбардировку. Вау, 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 вау. Шикарно. На самом деле все очень шикарно. Могу здесь слезоточивый газ сбросить, чтобы они тут пыхтели. Так, ты не припух ты тут, а? Бомбить по мне. На! Найс. Прогресс 5 из 25. Так, палатку, это ядре не фиг. Куда ты выстрелил-то? Я же на палатку метился. Окей, ладно. Что тут у нас происходит? Мы вроде контролируем, да? Ситуацию, все у нас хорошо. Вот эту палатку, будьте добры, уничтожьте, пожалуйста, меня. Ну. Вот, 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 вот. Давай, 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 давай. Бьем, бьем, бьем. Норм. Ну и остается здание главное. Слушай, довольно хорошо мы его разминаем. Оки-доки, босс. Так, перфекционист. Что-то у нас как-то не идет, да? Так, отряд ветеранов у нас тоже как-то не повышается. Но денежка капает, опыт идет. Так, здоровье, бонус. Так, а как-то ведь можно же это применить. Слушай, а как? Я не помню, бонус здоровья. Это у нас карта или это для прокачки моих персонажей? Кто-нибудь помнит этот вопрос? Так, давай-ка мы зайдем с тобой. Так, альянса у меня все равно нету. Задание-то понятно. Куда, где же у меня? В казармах, да, по-моему. Повысить ранг. Я могу, да, повысить ранг. А нужно ли мне это? Ух ты, здесь три. Слушай, а почему бы не повысить ранг? Мы же все равно, ребята, с вами пользуемся им. Давай, повышаем, конечно же. Вот, у него повысился ранг. Теперь мне хотелось бы посмотреть, знаешь, на что. Так, редактировать бонус. Бонусы. Вот, вот они. Так, редактировать, что у нас тут? У нас стоит с вами здоровье. То есть еще одна ячейка, да, открылась у нас? То есть я могу сюда воткнуть что? Что там, не пойму, минимальная плата? Так, этим бойцам не требуется дорогое обслуживание. Стоимость отправки в бой снижена на 17%. Быстрая отправка. Ваши бойцы всегда готовы. Пауза между отправкой бойцов во время наступления уменьшается на 5%, а действие эффекта восстановления палатки улучшено на 5%. Нет, это не то. Слушай, мне, наверное, нужно вот взять скорость стрельбы у них. Или, подожди. Иммунитет к яду. Урон от ядовитого облака уменьшен на 12%. Блин, наверное, все-таки я добавлю скорость стрельбы, ребята. Что там я получил? Множество бонусов достижения. Окей. Так, смотри, это уже будет на третьем на ранге, да, у нас улучшение. Окей, хорошо, давай глянем на наши следующие отряды. А здесь у нас что? Давай-ка посмотрим твои бонусы. Так, у него скорость стрельбы, но этого мало. Нам нужно, наверное, сюда еще быстрое обучение. Увеличивает скорость получения опыта ветерана на 5%. Мне кажется, сюда лучше нам поставить точность. Ой, подожди, 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 подожди. Что там было? Скорость стрельбы, да? Скорость стрельбы добавим. Вот сюда вот я хотел. Или здоровье. Давай здоровье, наверное, все-таки лучше добавим. Да, лучше здоровье. Шляпа у него аллигатор. Аллигатор нам что дает? Плюс 6 исцелений в секунду. А есть что-нибудь получше? Я не хочу, чтобы у меня было, например, исцеление. А у меня ничего нету. У других шляп у меня нету, понимаешь? Вот и все. Окей, ладно, это тоже. Так, с гранатометчиком давай решим с тобой вопрос. У него урон. У него урон. Вот. Вот что ему нужно, так это, блин, точность. Точность второго ранга, да? Ставим. Все, точность
второго ранга мы ему поставили. И остается... Медика я не хочу трогать. Так, инженер. Давай посмотрим, что у тебя. У него вообще нету ни одного бонуса, поэтому инженеру мы, наверное, скорее всего, поставим. А стойкость — это новая броня, отлично поглощает выстрелы. Вероятность того, что бойца остановится любой, уменьшена на 23%. Конечно! Конечно, будем добавлять. А по шляпам тоже кисло все, да? Изменить шляпу. Во. Так. Плюс 3% к здоровью. Так, фигня. Скорость перезарядки. Один к точности. Ну, давай вот это, наверное, 6 к скорости перезарядки добавим. Подожди, подожди, подожди. Добавить. Вот, все, он в ушанке у нас. Применить. Окей. Применили. Теперь он у нас в шапке. Ну, а мы с тобой, естественно, продолжаем нашу эпопею. Эпопею не на жизнь, а на смерть, как называется, да? Нужны нам, конечно, будут с тобой эмблемки для того, чтобы прокачивать наших героев. ПВП-компания завершена. То есть мне дадут сундук, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Так, бомбардировка, здоровье бойца, точка сбора, газ и сосредоточить огонь. В принципе, сосредоточить огонь и слезоточивый газ — это довольно неплохие бонусные карточки. Они мне зайдут. Так, и у нас обновилось с вами, да, все. Ну что, Амир, погнали. Пора браться за тебя, сынок. Так, усталость. Уменьши скорость движения врагов на 20%. Слушай, неплохо, неплохо. Давай добавим. И зажигание. Нет, ракеты. Давай ракеты, наверное, возьмем. Блин, я хочу 15 уровень получить. Ребят, я хочу 15 уровень, чтобы мне можно было бы уже использовать 3 карточки. 3. Смотри. 5000 боеприпас. В общем, до 15 уровня нужно как-то добраться и получить офигенные плюшки. Так, ну сейчас у нас братюни, как говорится, стали покрепче, посильнее. Ну, идут? Идут, красавцы, идут, голубчики мои. Так, смотрим здесь, что. Вижу, враг тут что-то собирается мутить. Очень много у них тут заградительных штук. Снайперская вот эта вот ерунда. Нафиг нам не нужна вышка. Ядрение фени, снесли мы ее. Вот что я могу сказать. Так, давай-ка мы с тобой... Нет, пока ничего не будем делать. Козырника. Так, вот этих нужно будет отвлекать. Отвлекать, как мы их отвлечем? Я даже не знаю. А вот так вот сделаем. Да, пока они там отвлекаются на ложную цель, мы с вами их потихонечку-потихонечку расстреливаем. Так, слезоточивый газ срочно бросаем. И еще бомбардировку сюда. До кучи. Ну? Ай, красиво. Конечно, немножко не туда попали, но все равно. Все равно, ребят. Там гранатометчик мой, да? Наконец-то он стал немножко метче стрелять. Окей. Ну и последнее здание. Я вот так вот сделаю даже. Опа. Сосредоточить огонь. Найс. Ну, отличненько. 3 звездочки, как с куста. И опыт растет. Так, что это у нас? 5000 боеприпасов плюс десантуру нам с тобой подкинули. Слушай, а ты заметил, что у нас вот сейчас почему-то нету этих? Раньше на какую базу не ткни, везде эти ПВО стоят. А сейчас почему-то нету. В чем проблема? Что случилось? Может быть, потому что уровень противника... Один черепок. Давай вот зайдем сюда. На 2 черепка. Но здесь, конечно, уже подготовиться хорошенько. Во-первых, я возьму здесь ракет. И, наверное, бомбардировку. Вот. Тут уже не будем, как говорится, делать акценты на эти... Ну, там, на скорость, там еще на что-нибудь, да? Чисто на массовое поражение. Ондра. 225 против нас. Или мы против него. Время тут 5 минут, но, поверь мне, будет сейчас очень, очень-очень жестко. Мои отряды погнали. Они, смотри, уже стоят. Тут, кстати, у них шляпы вьетнамские, а это, по-моему, очень хорошие шляпы. Давай еще вызовем отрядик. Оу-оу-оу-оу. Смотри, что происходит. Тут у них дот. Так, у меня есть сложная цель. Я могу их, ребята, немножко вот так отвлечь.
Эту фигню надо уничтожить. Блин, я не уничтожил. А если мы с тобой сделаем вот так? Ну? Что-то как-то вообще кисло. Раз уж на то пошло. Уже получше, уже получше. Ну тут две снайперские вышки. Смотри. Давай, 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 родные мои, уничтожили. Молодцы, красавцы. Там он, это, вышка. Что? Что не так? Ё-моё, инженер, куда ты в одно жало-то пошел? Дурила деревянная, господи. Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, по-моему, фейл. По-моему, тут фейл, да, что-то как-то... Откуда у тебя столько всякой фигни? Вот ты мне объясни, откуда у тебя столько солдат? Какие-то с пистолетами, это кто такие? Ну-ка, давай. Вау, в наглую просто бомбят, ты прикинь, гранатометчик. 75 здоровья грузовика. Ты прикинь, у него там чумак просто стреляет, и мой отряд рассыпается весь. Наказал. Так, зажигательную я пока думаю не стоит. Может быть вот сюда вот ее, если вот сюда сбросить. О, ну, блин, чуть-чуть не хватило дожарить. Ребят, чуть-чуть не хватило, а. Опять, ты смотри, у него какие тут сформированные отряды. Обязательно гранатометчик, хоть один, но есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почему они бегут? Почему они не ползут по-пластунски, ребят? Ну, серьезно. Они обязаны ползти по-пластунски, по всем канонам жанра. Походу, меня тут сейчас нагнут, ребят, по ходу дела. Да. Я вот единственное не могу понять, как мне усилить мою машину. Вообще ее можно усилить как-то? Жетоны минус 24. Кстати, а что же дают жетоны? Я вот этого, кстати, в первый раз обращаю внимание на, именно на эти жетоны. Так, опыт. Нет, я не буду ничего повторять. Для чего жетоны нужны? Что от них будет? Блин, хочу танк. Значит, война. Хочу танк, друзья мои. Слушай, огнеметчик, да? Какой жесткий чувак. Блин, волна, враг приближается. Подготовить свою базу. Подготовить свою базу. И я пойду спокойно себе на войну. Так, поражение. Ну что, мне придется, наверное, вот здесь вот драться тогда. А что сделаешь? Ничего. Так, зажигательная бомба. Добавляем и здесь добавим с тобой... Так, что же лучше взять-то? Давай зажигать. Две зажигательные бомбы с тобой возьмем. Как-то их надо прокачать. Попытаться, чтобы они наносили побольше урона. Вот смотри, вот у нас там огнеметчик. Но это будет на 12 уровне. Плюс его еще нужно будет открыть каким-то образом. Так, как бы мне сделать-то здесь? Так, медаль, пехотинец, прогресс. Хм, окей. Стоят, но здесь обычные, ребят, солдаты. Вон, я вижу по каскам. Лопушки, так сказать. Опять же, да? Не стоит недооценивать врага, ребят. Ну, так, тут понятно. Тут массы просто раздавим их. Снайперская вышка. Ядрень фен тебе, вышка. Бум-бум-бум, отлично, отлично. Так, ну здесь мы просто возьмем нахрапом. Ложную цель еще поставим им, чтобы стреляли куда не нужно. Ну, отлично. И остается лишь... А, палатка тут еще живая. Ну, ложную цель. Они бегут просто к ложной цели. И все, ребята, а мы тут с вами, как говорится, из-под тишка ядрени фени взорвали. Ну что же, неплохо. Неплохо, очень неплохо. Боеприпасы, 3 звезды.
Соответственно, финансы капают, опыт у нас идет. Ух ты! Отвагу я получил, ребята, отвагу. Таких нужно мне очень много. За отвагу мы с тобой можем апать наших солдат. Понимаешь, да? То есть, следующее улучшение будет у нас на трех отвагах. Так, волна, враг наступает. Защитить свой штаб. Ну давай защитим, хорошо. Что, как говорится, не сделаешь ради защиты. Так. Конечно, у нас как-то кисло тут все находится. Ну ладно. Посмотрим, где там враг. 60 врагов всего лишь. О, огнеметчики сразу же. Да вы серьезно, что ли? Или это не огнеметчики? Кто это такие идут? Так, минометка моя начинает бомбить. Дай-ка я сделаю вот так вот. Давай-давай, родные мои, расстреливайте их. Так, здесь мы зажигалку сбросим. Пускай горят в аду. То есть 50 врагов, да? Всего лишь нам нужно отбить. О, еще дали зажигалочку. Давай вот сюда ее бросим. Окей. Припасы. Все дела. Блин, эти автоматчики достали. Что-то как-то уж больно много. А что у меня ни одного гранатометчика нету, а? Почему? Только минометный обстрел, и все. Атака. Что-то их тут дофига. Ну ты посмотри, их очень много. По сравнению с моими отрядами. Просто кишит. Что там? А, он хочет сбросить, а не получается, потому что у меня здесь ПВО. Понял. Да-да-да, конечно. Давай, наверное, вот сюда. Вот сюда сбросим. Все-таки успел, да, сделать, гад? Успел все-таки бросить свои снаряды. Вот тут ирок. А почему ПВО-то не работает, мой? Я не врубился. В чем проблема? Четыре врага, вот они последние, ребят. Ханурики тут стоят. Мы сейчас уничтожим. Это снайпера, походу, дела. Гори, утырок. И последний, да, это снайпер. Ну что, друзья мои, я справился со своей задачей. Я отбил базу. Кстати, скоро у нас будет 11 уровень. 11 уровень, давай. Чем больше нас, тем меньше их. Это уж точно. Это говорит пехота. Так, вот мне интересно было знать, а могу ли я еще поставить одну ПВУ? Так, закончить ПВУ уровень 5. То есть не могу, получается, да? Это печалька на самом-то деле. Что я не могу. Палатка, почему первого уровня? Давай улучшать. А бойцы? Мне нужны здесь вот эти вот. Пускай будет. Добавить в палатку. Да, именно гранатометчики здесь будут у меня. Так, и улучшим. 9500. Окей. Вот так вот. И еще улучшим давай. 17000. Деньги как вода. Здесь тратится моментально, ребят. Так что не удивляйтесь. Так, минометка улучшить. Ага, хватает. Давай, улучшаем. 6 уровня. Так, возвращаемся в центр. И опять же бежим с тобой на войну. Защищайся от орды бойцов под управлением компьютера. Тоже, наверное, стоило бы, конечно, позащищаться, но там такой трешак идет, что я не знаю, как там вообще можно совладать с этим делом. Так, короче, здесь нам нужны с вами боеприпасы, это раз. И десантные навряд ли. Урон бойца, может быть, взять. Так, беги прямо сквозь ключ... Нет, это ерунда. Сквозь ключи проволок, это все не то. Давай возьму ракету, наверное. Слушай, может быть, нам вот это заменить на зажигательную бомбу? Вот так вот я попробую, ребят. Не знаю, что из этого получится. Уровень угрозы 2 черепка. Поверь мне, это серьезный противник. 2 черепка, максимум здесь, по-моему, 3 черепка. Ну, давай смотреть. У меня есть ракета и зажигательная бомба.
Так, смотрим сразу на укрепление врага, естественно, ребят. Ого, то он откуда такие? Что это за шлемы? Ёпрст, это серьезная заявочка, кстати. Бегут, да? Бегут. Сейчас посмотрим, насколько они сильны и крепки. Окей, разобрались. Типа тоже аллигаторов, да? По-моему, послабее будут, чем... Ох, ёпрст, посмотри, что у него тут. Ё-моё. Срабатывает, да? Ай-яй-яй, срабатывает. Давай хотя бы так сбросим, наверное. Пускай горят. О! Блин, срабатывает и все здесь, хоть тресло. Ну. Отлично. Да ты задолбала. Ну. Вау. Хорошо. Так, чудовищное убийство. Могу? Блин, не могу. Поставил так, что хитренько он влепил. А, погоди-ка секунду, а если... Ты серьезно, блин? Вот сюда тогда выпустим. Окей. Ага, а на эту... Блин, не могу, хочу и не могу, ребята. Так, давай, наверное, мы вот так как-то с собой сделаем. Концентрированный огонь. Снайперскую, если мы снесем, будет хорошо. Только вот снесем ли мы? Погнали. Во-во-во-во. Отлично. Минус снайперская вышка. Да ж ты. Вот это вот тогда сносит. Блин, даже минометку не смогли снести. Ёпрст, ты посмотри, какой перекрестный огонь. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да. Печально. Очень печально. Блин, вот эти вот, конечно, валят что-то по-зверскому. Смотри, что делает, а. Так, у меня бомбардировка тут копится. Смогу ли я ее применить? Да ты достала. Сюда, что ли? Она все равно срабатывает. Давай тогда так сделаем. Хм. Ох, хошечки. Что же нам надо с тобой предпринять? Они подкрадываются, подкрадываются, ребят. Да ну, не может быть, чтобы я не смог. Я не пройду. Вот эти вот две турели вообще просто пожескочу. Утворяю здесь. Выплясываю, так скажем. Плюс вот этот гранатометчик там втихаря еще. Если бы вот мы могли бы с тобой как-то уничтожить артиллерию вот эту вот, ПВО. Базара нет, все было бы четненько. Но... Хотя бы одну, я не знаю, ребят. Никакой концентрированный огонь не получается. Слабы. Слабоваты мы. Да и что-то уж больно дофига у него тут армии. Дофигища просто, понимаешь? Смотри, выходят. Две палатки и такие орды выбегают. Да куда, ёлка-палка? Нет, мне не справиться здесь. Я вижу, что осталась минута. А что я могу здесь сделать? Абсолютно ничего. Отбиваться только лишь. Ну, а это мне что? Ну вот, мне дают, видишь, вот опять.
Так вот есть только сделать. Пытаться. Но она же не догорит. Да и времени уже маловато, мы не успели, да? 20 секунд, 30 точнее. Ну, ну слишком поздно это все, конечно, слишком поздно. Поранее бы немножко, да. Ну, видишь, неудачно, ребята, у нас в этом бою получилось все. Ну, я могу отомстить, переиграть. Как мне его тут переиграть? Что мне здесь может помочь? Даже не знаю. Опять жетоны в минус. Опять жетоны в минус. И опыта совсем чуть-чуть дали. И главное, переиграй, да, за 30 голды. Тут голда на вес золота, господи. Так, наемные войска. Всегда на стороне победителя. Вот наемников я еще, ребят, не брал, если честно. Я даже не знаю, что нужно для этого. Мне интересно знать, для чего нужны жетоны. Вот кто мне скажет, для чего нужны мне жетоны? Купить. Мне не хватает. Странно, для чего нужны действительно жетоны? Задание. Так, легко, средне, сложно. Выполните трехкратную серию убийств. Трехкратную серию убийств. Так, война. Давай смотреть, что нам еще с тобой доступно. Здесь поражение получил, да? Ну, могу вот здесь вот выступить. Давай, наверное, возьмем с тобой. А почему у меня нету ни одного авианалета? Кто мне скажет? Испытательный полигон. Тоже добавим. У меня нету здесь авианалета. Ну, это, десантуры, парашютистов. Почему? В чем проблема? Недостойный я, что ли? Поехали. Против какого-то хана. Или кто он там, я не знаю. Сразу же выпускаем. Мне кажется, вот инженер, ну, на самом деле, какой-то вот бесполезный. Он ходит со своим дробовиком. Он может быть где-то в чистом поле, да, против солдат. Но именно нападение на базу как-то он не оправдывает себя. Что, опять мне какой-то вражина достался слишком мощный? Или что? Одна, по-моему, это была здесь. Это тут сразу уничтожим с тобой. Бу-бух. Отлично. Этих мы в газ. Какая там травится. Мы ей не успеем, да, подбежать? Ну да, они оклемались. Давай-давай-давай, рвем их. Ой, турель это зверская, а. Ну, бумс, норм. Палатка взлетела. Давай вот так вот сделаем с тобой. Сконцентрированный огонь. Ядрень финик. Обожаю такую халяву, ребят. Почему только одну? А, нет, все нормально, все нормально. Так, получил. Опа. 11 уровень, неужели 11 уровень мы сейчас получим с тобой? Так, динамит и режим больших голов. Так, по-моему, 11 уровень я получил. Или меня обманули они, а? Сейчас покажут, надеюсь. Взрывающаяся бочка. Не, друзья, что-то не хватило нам. Маленечко буквально хватило, но скоро будет. Давай еще с тобой одну войнушечку проведем. Так, одну войнушечку. И это будет у нас... Что это такое? Фейс. Ну, давай. Давай, награды за компанию. Давай сюда, иди. Сейчас будем идти. А вот, а здесь десантура есть. Или она была, просто я не видел ее. Странный я какой-то маленечко. Ладно. Давай возьмем с тобой сюда урон бойца. Блин, конечно бы 15 уровень было бы шикарно. Получи повышение. Да уж, повышение. Получи повышение. Ну что, Фейс, давай приступим к твоему разбору. Так, десантура, ложная цель. У нас с вами еще зажигательная бомба. Все, что нужно, все у нас с тобой есть. Так, они уже бегут. Не буду я пока тут ложную цель вызывать. А вот десантуру. А почему я не могу ее выкинуть здесь? Странно, почему?
подождем маленечко. Может быть, просто наши войска не подошли слишком близко, чтобы можно было бы использовать это все дело. Ну-ка проверим сейчас. Странненько, конечно. Ладно, сюда выкинем их. Десант. О, из-под тишка прям в спину. Нормуль, уничтожены. Ну все, ребят, тут победа, понятное дело. Все довольно легко и просто вышло у нас. Да и враг сам по себе какой-то ватный. Бам. Все взлетело к ядрене фени. Почему у меня ветераны не копятся? Я хочу ветераны в себе, чтобы они были у меня. Почему-то они не хотят. Вот. Так, быстрое обучение и 3 очка постройки ресурс. Окей, новый уровень, друзья мои. 11-й. Функция разблокирована. 3 черепка противники. То есть это усложненные чуваки, да, будут теперь? Обалдеть, мне и белых-то никак не завалить. Они мне уже красных сюда подсводят. Молодцы и красавцы, ничего не скажешь. Так, ну что, у нас прогресс 8 из 25. 20 тысяч припасов. Война. Ну что, ребятушки, будем, наверное, с вами на этом закругляться. Надеюсь, вам серия понравилась. Скоро, наверное, мы с вами получим 15 уровень. Хотелось бы как можно быстрее. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.